Доброго времени суток, вы на канале Let's Hard Games, с вами Бабкин. Сегодня мы будем проходить лестницу, как обычно, на эксперте. Но сегодня это будет у нас Noob Saibot. Так. Вот так вот. Смотрим, будет Кану? Да ладно, нету Кану. Офигеть. Просто какая-то, я не знаю. Праздник. А, отлично, первый хит за мной. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй, чё ты творишь? Чё ты... Чё, будем рогать сегодня или не будем? Да, сейчас, да. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, чё ты... Чё ты вытворяешь? Да сейчас. Говнюк. Смотрите, держит блок. Ого, что-то она так нормально станет. Да ладно. Делал с энергией, короче, и не сделалось. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, видели, да, как сбил? Нет времени объяснять. Давайте дальше играть. Так, умеренный есть телепорт. Я думаю, сейчас она будет очень-очень часто им пользоваться. Хотя... Да. О, ну да. Ну вы поняли, да? Это будет... Бесконечно тупо. Ха-ха-ха.
Ничего, клацаю, клацаю, ни хера не делает. Ну. Телепорт? Вообще неинтересно играть. Потому что смотрите, сейчас телепорт будет. То есть, если я прыгаю, телепорт аналогично, ну, стреляет и телепорт. Плохо. Так, что там? Да, фаталити 2. Ползи, ползи, умоляй меня. Фаталити. Ну, рептилия не умеет телепортироваться, по идее, она не... Ничего особо такого и не сделает. Посмотрим. Сделаем запит. А, нечестно. Ай, как, что там? Без отката или что? Ну, Псайбот это вообще такой чар, который желательно, чтобы вы не подпускали никого к себе. То есть вообще можете на расстоянии все время. Ну, собственно, если подходите, может там комбо дать какое-то. Ну, тут без вариантов. Я уже не помню. Назад, вниз, вперед, по-моему, или вперед, вниз, вперед. Вперед, вниз, вперед. О, вот Джейд, это уже будет посложнее, потому что она сейчас будет включать антимагию, и это будет проблематично.
Видите? Чё это? Ого! Надымажило. Ну вот Джей, да, это... Причем эксперт он сейчас будет клацать там эту антимагию как хочет. Офигеть. Вообще в какашку. Офигеть. Я не помню, за кого я играл. Кем я играл против Джейд. Тоже с ней лупился, ого-го. Фу, так, ну ладно, чё. Будем вот так вот. Не добежал. Что это было? Что это было? Сделала от магии, я не смог ударить ногой? Кто тут читер? Ну, естественно. Пошла в жопу. Еще и джитерит, я вообще в шоке. Так, и давайте сделаем первое фаталити. Назад, вперед, назад, вниз. Три. Тру. Так, кабал. Ну, опять же, можно его сейчас законтролить будет, по идее. Как с рептилию. Посмотрим. Где мой экс-рей?
А вот и мой X-Ray. Под ноль. Отлично. Не успел. Да что? Что происходит? Ошибочка. Так, ну у него энергии нет, сейчас он, по идее, не сможет. Появилась энергия. То есть нуб вообще контролит, если у врага нет телепорта, то там вообще в какашку можно порвать. Причем вот, я не знаю, там слайдом и тень выпускать, и все. Пытается прыгать, делайте вниз-вверх, в воздухе он его забирает, он в воздухе никак не заблочит. Так что, ну, соперник никак в воздухе блок не поставит, поэтому вы в любом случае, если противник прыгает, вы делаете телепорт и все. Коцаете его на 10% минимум. Окей. Коровочка моя маленькая, буреночка, получай. Сейчас, по идее, прыгать будет. Нет. Все, у нее этот огонь очень медленно кастуется, что на Сеге, что тут. Ну и чё, ну и чё, ну и чё. Ну и пускай. Power Rangers. А, ну, с Шансунгом, думаю, проблем не будет, если он там не будет в Шаукана превращаться. А Синдел, опять же, у него нет телепорта, в принципе, думаю, не будет сложно. Тебе такое. Не достал. Ну тут. А нет. Моя тень пробежала через нее. Не знаю, бах или так нужно. Хм.
прям в ручки. Вообще желательно нубам, говорил уже, не подпускай, да? Да сейчас ты полетаешь у меня. Ого, что это за маразм? Блин, хотел телепорт с этим, с энергией сделать, так и не сделал. Так, ну Шансунга вообще в тупую забросать сейчас, и все. Как и всех остальных. Да, сейчас. Так, после X-Ray он сразу должен превратиться назад в Шансунга. Ну да, запарируй. Видели, да? С энергией. Сейчас попробуем, когда Гора будет прыгать, попробуем делать телепорт, и если повезет, то будем дамажить. Ну. Не дамажится, да? А вот. Есть. Медленно. Ой-ой-ой, ты что? Да, ты что, в разнос прям. Чё, фатальку? Ой, фатальку говорю. X-Ray? Да нет, вообще в какашку. Ты крут. Только не на ту сторону бросил. Поймал. Ай, гаденыш, ай, гаденыш. И такое бывает.
Окей. Еще я не сильно отделался. Что это мое комбо? Не проходит. Быстро, очень быстро идем. И вот если сейчас Шаукана быстренько убьем, то будет очень круто. Так, на него лучше не прыгать, это и так понятно. По-моему, тут в какашку он сейчас уйдет. Ты смотри. Сопротивляется. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, вы видели это, да? Еще бы чуть-чуть споймал бы. Ну ничего. Я вообще не напрягаюсь. Дерусь с ним. Не... Зря я так сделал. Так, ну, для первого раунда вообще, по-моему, неплохо. Ай-яй-яй, больно же. Смейся, смейся, смейся. Поганец. Смейся. Пускай набирается заново энергия, она нам нужна. Угу, я так тоже думаю. Окей, бро. Ой, что-то я не полетел никуда. То есть тут можно вообще с легкостью убить его. Странно, да, что? Смейся. Смейся, гаденыш. Ай,
такие дела. Ай-яй-яй. Ну вы поняли. С первого раза. Ну со второго раунда только. Итак, смотрим концовочку. Кван Чи не стоило воскрешать Нубсайбета, ему также не стоило увеличивать его мощь для победы над Шауканом. Нуб had secretly formed an understanding with a cleric from the realm of chaos and opened for him a portal to the Nether. Шинок Кван Чи и Братство Тени не были готовы к натиску сил хаоса, значительно ослабших в подземный мир. Удовлетворенный своей работой, жрец Хавик вернулся в царство хаоса. Нуб Сайбату осталось лишь захватить власть в преисподней. Ну, собственно, я так понял, Нуб Сайбат захватил преисподнюю. Вот такая вот концовочка. Я так и знал, что там будет что-то про Кван Чи и Шинока, говорится. Это, так как Нуб Сайбат это подчиненный Кван Чи. Итак, очень быстро прошли, 21.59, собственно, 22 минуты. Так, ну спасибо за просмотр, с вами был Бабкин, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, ссылочку вы увидите в описании, пишите свои комментарии, не забывайте ставить пальцы вверх. Всего вам хорошего, до новых встреч, пока-пока.